Всем привет! Это видео про изготовление рабочего стола на нашем производстве. Но сначала я бы хотела вам сообщить важные новости. В последних видео, как многие заметили, у меня был живот, а теперь его нет. А это значит, что у нас родилась дочка, Анисия. Вот такие вот важные новости. Ну а теперь к изготовлению стола. Последний месяц мне было уже тяжеловато быть полноценным участником производства, поэтому я в основном проектировала, снимала и помогала по мере возможности. Итак, к школьному сезону я разработала модель рабочего стола. Столешницу мы делаем из шпанированного МДФ, а внутренние детали из гладкого МДФ. Ну а каркас, как обычно, из дуба. Сначала мы напиливаем все детали из МДФ по размеру, затем фугуем, рисмусуем и распускаем дубовые детали. Размечаю детали, которые соединяются под углом. Соединять будем на домино-шканты, поэтому делаем отверстия в деталях. Этот фрезер нас хорошо выручает, пока нет более профессиональных станков для этой операции. Сверлим отверстия в деталях из МДФ, собираем основу под ящики. Кстати, сегодня, в день, когда я монтирую это видео, день столяра. И хоть я и знаю, что видео выйдет позже, все равно очень хочется поздравить всех профессионалов и любителей, которые смотрят это видео. Хочется пожелать вам интересных проектов и качественной их реализации. И сейчас будет интересная информация для рукастых людей, которые хотят найти интересный и надежный вариант заработка. Хочу вам рассказать о сервисе «Руки», который помогает найти мастера на любую работу, например, установить двери, починить кран или поклеить обои. Сервис привлекает состоявшихся мастеров, например, установщиков дверей, сборщиков кухонь, электриков, сантехников и любых других людей, которые умеют работать руками. Но если даже вы пока мало что умеете, есть возможность обучиться. В сервисе есть программа, по которой вы за один месяц научитесь устанавливать двери, вам дадут необходимые инструменты и вы получите заказы. Для того, чтобы начать работу с сервисом, нужно заполнить анкету на сайте или скачать приложение, затем пройти собеседование, и после этого вы получите доступ к заказам. Мастер сам выбирает график работ, можно установить свободный график, а можно выбрать стабильный график и использовать сервис как основной источник дохода. Например, мастера по сборке кухонь и установке дверей получают около 200 тысяч в месяц, а в сезон больше. Выплаты ежедневные, то есть оплата происходит в день выполнения заказа. Выполнил заказ, получил деньги. На сервисе все очень удобно устроено, как для клиента, так и для мастера. Не нужно бороться за клиента с другими мастерами, вся отчетность в этом же приложении. Заказы уже подтверждены у клиентов, известна стоимость и фронт работ. Остается только связаться с клиентом и выполнить заказ. А также заказы отсортированы по адресам, можно выбрать заказы только в своем районе и не тратить время на дорогу. Мне самой уже доводилось пользоваться сервисом, так что я с уверенностью могу рекомендовать вам стать одним из мастеров сервиса «Руки». Я ведь знаю, что среди моих подписчиков очень много рукастых и умелых людей. Этот стол будет с кромкой шпона. У нас пока нет кромочного станка, поэтому пользуемся дедовским методом – утюг и брусочек. В дальнейшем, конечно, хотелось бы разжиться станком, но всему свое время. Мы обычно так и действуем. Сначала у нас появляется запрос на увеличение мощности определенного участка. Например, у нас появляется много изделий шпанированной кромкой, и мы начинаем буксовать.
И тогда при наличии средств мы покупаем новый станок. Кстати, да, такая ситуация сейчас как раз с шипорезным и сверлильно-позавальными станками, которые заменят в дальнейшем домино-фрезер. Собираем детали из МДФ. Этот стол мы делаем без использования ЧПУ станка, хотя обычно используем его в каждом проекте. Все потому, что сейчас они у нас перегружены, и мы постарались в этом столе не задействовать эти станки. И мы сейчас ждем новый большой ЧПУ, чтобы усилить производство. Кстати, у LaserCAD сейчас очень выгодная акция. Только до 30 сентября, если вы приобретаете фрезерный станок с ЧПУ, то получаете 3 любые дополнительные опции в подарок. Вы можете выбрать такие опции, как бесплатная доставка, поворотная ось, система аспирации, вакуумный стол, DSP-контроллер и многое другое. Так что не упускайте свою выгоду. На данных опциях можно сэкономить до 150 тысяч рублей. Станки приедут уже через 20 дней, и таких подарков, к сожалению, уже больше не будет. А по моему промокоду BORSTYAV вы получите еще более выгодные условия. Переходите по ссылке в описании. Возвращаемся к изготовлению каркаса из дуба. После склейки мы его выравниваем по толщине на шлифовальном станке и предварительно собираем стол. Затем дорабатываем детали, скругляем углы, фрезеруем и сверлим недостающие отверстия. Собираем детали и переходим к изготовлению ящиков, которые мы будем делать из фанеры. Фасады ящиков мы делаем из единой доски, так чтобы рисунок перетекал с одного фасада на другой. Специально для этого нашли доску с красивым рисунком. И теперь финальная сборка перед шлифовкой и покраской. We'll be right back.
Все детали мы покрываем высококачественным лаком, а детали из МДФ – белой эмалью. После этапа малярки стол остается только собрать. И вот посмотрите, какой результат у нас получился. На этом видео про изготовление рабочего стола заканчивается. Ниже в описании я оставлю ссылки на все ресурсы, где можно смотреть наши видео. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока и до следующих видео.